вот еду по дороге, выезд со стороны Капотни на Верхние Поля. Смотрите, как неудобно сделать. Вот полоса для автобусов. Едут по ней, конечно. А, уже нет, уже не для автобусов. Но тут раздели, это сплошная, как бы пересекают все равно. И... А, стоп. Разделительная. Да, тут для автобусов. Вот, проехал тут по автобусу. И вот смотрите, и тут вот такая фигня. Короче, вот разделительный идет. Две полосы. Две. Вот одна и вот вторая. И вот вторая. Но смотрите, они потом сужаются опять в одну. Вот еще один по автобусной проехал. Вот второй по автобусной. Третий. Вот они, короче, все циркулируют. А кто стоит в очереди? Из-за строителей. А, из-за строителей. Стоит вот и вот в таком мучении. Вот сейчас, короче, разделяется вот здесь на две части. Проезжая часть в одну, опять на 50 метрах разделяется на две полоса и потом опять собирается в одну. И вот это вообще так затрудняет движение. Не знаю, почему они не подумали, эти строители. Да чем пофигу им вообще, лишь бы сделать эти конусы свои, забить и все, и посрать, как это люди будут ехать. А происходит какая ситуация? Мы сейчас едем по крайней левой, например, чтобы пройти налево, да, в сторону Марина, на Верхние Поля. И сейчас будут вот справа еще забиваться. Вот один проехал. Сейчас еще залезет. Вот он уже на БМВ крадется. И он подъедет прямо под самый светофор и будет пропускайте меня. А вот мы вот стоим. Тут же на две полосы. Одна направо, другая налево. Вот, видите, знак нарисован. Движение по полосам направо-налево. Нет, ну тут получается делают три ряда. Вот сейчас происходит какая ситуация. Вот он едет. А, ну он пошел направо, ему как бы пофигу. Но он все равно запутался. Вот такой перекресток. Верхние Поля со съездом на Капотни. Уважаемые, обращаюсь к уважаемым дорожным службам. Наведите здесь порядок. Тут ремонт еще надолго. Но мучения тут продолжаются постоянно. Потому что, вот видите, второй ряд сделали. И сейчас с ними придется пропускать. Они вроде не нарушают, но они мозгами не думают, они видят полосы и въезжают в них. Вот он еще один. А кто стоит в ряду, просто вот реально стоит вот целыми днями. Вот такая ситуация. Уважаемые службы, разберитесь с этим перекрестком. Сделайте две полосы. Вот тут до этого было разъезд на две полосы, так сделайте его постоянно. Зачем здесь три сделали? Бред. Все, пожалуйста, услышьте нас. Вот продолжение видео. Вот смотрите, и вот она пошла разделительная в одну. Видите? Вот, смотрите, в одну слилась. Это направо стрелка. Вот он, направо. Автобус пошел. Но автобус все равно ему пойдет налево, потому что ему так удобно ходить в маневр. И мы такие вот, хорошо успели. А так бы еще стояли пару светофоров. И вот здесь тоже херня полнейшая. Вот тут строители сдвинули в одну полосу движуху. И все. А там 4 полосы в одну съезжается. Это хорошо, сейчас люди еще на работе, кто-то там уехал уже. Там всякие дела делать. А сейчас поедут, вообще умрем, блядь. Эти Верхние Поля постоянно нас держат здесь. Просто элементарно поправить линию разметки, и все будет хорошо.